Перевязочные материалы, постельное белье и костыли депутаты регионального отделения ЛДПР передали в госпиталь. Далее двинулись в район Сватово. Там основную часть груза распределили по нескольким подразделениям. Передали нашим военным те вещи, которые им крайне необходимы в быту. Это и генераторы, это и гвозди, это и пленка, это и продукты питания. Ну, в общем, все, что им необходимо, то, что они заказали. Поддержка наших ребят сегодня – это крайне необходимое и нужное дело. Любой гражданин нашего города может обратиться в волонтерскую организацию или к нам в штаб и внести свой вклад в поддержку российской армии. Победа будет за нами. Передать помощь можно по адресу улица Красной Армии, дом 23А.